Есть такое понятие в музыке, я даже не знаю, как это сказать, датская песня. Это означает, что песня пишется под определенное событие, и предполагается, что она проживет недолго. То есть вот случилось, написали, поприветствовали и там, через год забыли. Вот так и эту песню я писал в 93-м году, когда в Кракове демонтировали памятник маршалу Коневу, благодаря которому и его войскам этот город оказался не разрушен фашистами. Мы много фильмов смотрели на эту тему. И тогда же, помню, в Праге разукрасили танк, который освобождал этот город. И казалось, вот, ну, это пройдет. И действительно, я долго не пел эту песню. Потом, помню, в 2007 году, когда случилась вся эта эпопея с памятником воину-освободителю в Таллине, в Эстонии, я опять начал петь. И сегодня мы видим, что происходит в соседней Польше. Это вообще уму непостижимо. Там просто идет массовый демонтаж памятников. Хотя есть международные конвенции, защищающие все. Вот у нас в Беларуси там есть монументы погибшим в Первую мировую войну немцам и даже французам, которые шли в 1890 году. Ну, у меня так много текста, немножко мне вот хочется этим поделиться. И хочется, чтобы вот эту песню больше не приходилось петь, чтобы все было, во-первых, не войны, чтобы больше нас не тревожили, и чтобы к павшим относились так, как это должно быть. Мой дом последний здесь, здесь плач в палатках рваных. Наш взвод почти что весь лежит в смертельных ранах. Здесь братская могила. Здесь вечно отдыхаем, земля нас всех сплотила, мы годы вспоминаем, как прямо на запад шли упрямо, не дождались нас мамы, и я дойти не смог. Мне бы увидеть свое небо, услышать запах хлеба, вернуться на восток. А люди там над нами ломают монументы, и по веркам ногами растоптаны все ленты. Тот танк, что этот город освобождал когда-то, и что стоял здесь гордо, уже пропал куда-то. Ветер, ты знаешь, все на свете, за что же люди эти теперь так злы на нас? Сколько нас полегло здесь, сколько в земле чужой, да только все позабылось в раз. Но все нас переносят, весь взвод за город прямо. Потом их дети спросят, что было в этих ямах. Здесь были те ребята, которых не дождались, которые когда-то за их народ сражались. Пули косили нас и гнули, но все ж мы не свернули. Врагу пришлось бежать. Ждали, тогда нас здесь так ждали, за них мы жизнь отдали, остались здесь лежит. Случилось, что на свете вновь враг наш засыпают. Меня на землях этих второй раз убивают. Мы были здесь не гости, нас гибнуть не просили. Не трожьте наши кости, верните их в Россию. Где-то сквозь годы ждут нас, где-то прошло хоть много лет, но нас помнят и теперь. Мне бы увидеть свое небо, услышать запах хлеба, открыть родную дверь.
услышать запах хлеба, открыть родную дверь.